Добрий ранок всім. Бажаю здоров'я. Ой, что-то дождик капает. Я, как всегда, бегу уже. Сейчас уже 10 часов утра. Я сегодня пошла не с самого утра к папе, папу колоть. Вот. А у меня клиентка была на 8:30 утра. И вот я ее отработала и теперь бегу. А тут что-то дождик капает. Вот. Сейчас зонтик открою. Вот, под парасолькою. Так, ну я уже... Ой, папу уколола. Блин, тебе так неудобно. Зонтом, потому что дождик немножко такой пустился. Папу уколола. И бегом назад домой, потому что у меня, опять же, на 11 клиентка. Но сейчас зайду еще в магазин, покажу, какую я краску покупаю для волос. Очень часто мне пишут, и я уже много раз ее показывала на канале у себя, какой краской я крашусь. Но опять же мне приходят эти вопросы. Вот, зайду еще сегодня, вот сейчас сниму, покажу, какую я покупаю краску для волос. Но вы же должны понимать, что у каждого свой пигмент волос. И если мне вот эта краска дает вот такой пигмент, да, что я вот такая вот беленькая, то не факт, что и у вас будет так же. Потому что, например, вот у Алены моей эта краска давала желтизну волосам. Мне не дает. Я ничем не тонируюсь, ничего. Ну, вот так вот. Вот. Сейчас зайду, покажу. Вот. Вот так вот я скучно живу, да, как мне вчера написали комментарий. Ничего интересного. Ну, хорошо, что люди живут... Что люди живут более интересно. А у меня вот так вот жизнь проходит. Бегаю, колю папу, да, вот. Работаю, магазин, дом, работа, работа, дом. Вот. Хорошо, что у вас более интересная жизнь. Так вы нам покажите, и мы посмотрим, какая у вас интересная жизнь. А я показываю свою, какая есть она у меня. И ваше право только выбора, смотреть или не смотреть. Ой, о, зонт порвало. Видите, как иду, подзацепилась за сетку и порвала зонт. Ой, господи, и ветер, и дождь. И все на свете. Ну, дождик такой маленький. Вот. Все, иду в магазин. Сейчас вам покажу, какую краску. Вот так у нас сегодня сумрачно. Серо. Небо затянуто. Дождик капает. Такая погодка. Не очень. Приходится ходить, потому что надо. Мне еще сегодня тоже там будет у меня еще один перерывчик. И мне таки опять надо сбегать в банк, потому что мне там то, что вчера сделали, сделали не то. И вот сегодня надо будет опять сбегать мне в банк, чтобы мне там карточку переделали. Я уже вот подхожу к дому своему. Сейчас еще забегу, говорю, в магазин. И вот так вот. Я уже пришла в магазин. И вот смотрите, я покупаю вот такую краску. Вот Сьос 13.0 номер. Видите, у нее вот 9 тонов осветления. Потому что есть вот, например, 2 тона. Да, вот. А я покупаю вот такую. Вот. Стоит она сейчас по скидке 86,90. Так, и снова здравствуйте. Ух, ветер, прохладно, надо было, может, что-то надеть. Для вас 2 секунды, да, для меня уже прошло вот столько времени, уже времени 15:46, я уже и поработала, и у меня осталось на вечер только Алена сегодня моя приедет делать ногтики. И вот сейчас у меня до 5 часов вечера есть перерывчик. И я ж таки сбегаю опять в банк.
Сбегаю в банк, опять же, мне там надо дела сделать с моей карточкой. Это мне не ту карточку вчера сделали. Вот, поэтому собралась и иду, пока есть перерывчик. Вышла, а тут на улице так, ух, видите, что творится. Как-то так и ветер, и прохладновато. Вот. Дождики так сегодня несколько раз то начинались, то, ну, такой мелкий. Ну, в общем, такая погодка нелетная. Ну, лучше такая, чем жара, потому что скоро передают нам жару. То для меня такая лучше. Ой, вышла я уже из банка. А тут дождь опять, а я без зонтика. И вот я сейчас быстро-быстро бегу домой, чтобы хоть не сильно промок. Но он, конечно, небольшой, но все равно неприятно. Ветер, дождик этот. Ух, кошмар. Вот такая погода, ужас. Аж не верится, что тут такая прохлада. А потом, да, уже с завтрашнего дня передали, что начинается у нас потепление. Ну, посмотрим. Мне, конечно, не холодно, хотя все люди ходят в куртках. Мне нормально. Но просто неприятно. Дождь. Дождь с ветром неприятный, когда ты особенно без зонта. Сейчас перейду дорогу тут. Вот. И мне тут рядышком, недалеко. Я ж кругом пешком. А тут мне 3 квартальчика всего до банка было. Сегодня утром, вот смотрю, косили коммунальные службы. Траву кругом. Кругом все покошено. Раскидано. Вот так вот. Пошла, перешла на эту сторону, потому что тут хоть деревья немножко есть. И так вот, под деревьями. А то, ну, чтобы меньше намокнуть. Вот видите, какая погода ужасная. Все, бегу домой. Сегодня уже больше никуда бегать не буду. Так, ко мне Алена приехала. Мы ей ногтики. Привет, привет. Ногтики делали, ну, похвастайся, какие. Нежные. А, они не видно. А ну-ка, вот так. После вот ярких оранжевых. Теперь нежненькие. А, тоже не видно. Тоже не видно. Это надо с этим, с фонариком. Вот, все, ногтики сделали. И Алена. Домой готовить кушать. И домой готовить кушать. И все, Алена помчалась. Да. Она такая красивая сегодня. Она такая вся из себя. С работы. Да, она прям с работы заехала. Мы ей сделали ногтики. И домой. У нас дождь так и идет. Как начался, когда я ходила, так и идет. Все, посидели, повспоминали сходницу, как мы отдыхали хорошо. Чесхидницу. Википедия говорит на русском сходница. Да, а люди не понимают. Люди мне сказали, что Google неверно говорит. Google неправду говорит. Вот так вот. Все знают. По всем городам, да, Украины. Да. И Николаевцы, и Николаев, да, на русском. А Миколаев. Да. Миколаев. Ну, это ж таке. Добренько, давай, Доця, пока-пока. До суботы, да. В субботу Алена приедет мне педикюр делать. Все, счастливенько. Пока-пока. Красотка на каблуках. Приехал Саша за Аленой. И все. Поехали они домой. Вот такая погода, видите, дождь. Идет, но не такой прям сильный. А, сейчас и нету дождя. Нету, вот я руку подставила, нету дождя. Ну, такое вот. На завтра не стоит у нас. Ну, холодно, прохладненько. Я даже закрыла на балконе окошко, потому что, ну, такая прохлада, прям свежо-свежо. А оно-то так ничего, мне не холодно дома, но ночью я прям мерзну спать. Уже даже вчера одеяло достала. Вот. Ну, вот так вот у меня. Сейчас уже начало 8-го, вот я только закончила, так сказать, работать. Все, Алена поехала, вы видели.
Вот, я вот такая сижу себе и думаю, вроде и кушать хочется, но вроде кушать поздно. А я ела сегодня пол первого дня, там каши поела с огурцом. Вот, не знаю, что делать. Ну, может, чуть-чуть что-то, может, съем. Вот так вот и скучно проходит мой день. Да, как мне написали, ничего интересного. Ну, что ж поделаешь, не всем весело жить. Да, как помните в фильме «С легким паром», как Ипполит говорил, «Скучно вы живете, товарищи». Вот, так что вот это и у меня такое, скучно я живу, только вот отпуск, вот это для меня отдушина какая-то, а так, по-моему, все так живут, работать надо, ну, как еще, ну, как, вот. Ну, вот так вот. Все, на сегодня с вами прощаюсь. Завтра у меня опять тот же самый, как говорится, план действий. Папу сбегать уколоть. А там еще 2 дня его бегать колоть. Папу сбегать уколоть. Там опять работать. Ну, вот одно и то же у меня. Так что вот так вот. Все, всем пока. Все буде Україна. Все буде добре. Ми в це віримо. Ми це знаємо. Всім пока-пока.